Всем привет, друзья! С вами снова Дэнни. И мы продолжаем играть в игру Slime Rancher. Но остановились мы с вами на том, что я пообещал пройти ежедневное задание, сдать все эти плорды и откормить тех горда слаймов, которые остались. Так что займусь этим прямо сейчас. Пойдемте начнем с плортов. Ух, сколько я накопил. Даже не знаю, на что потратить все эти плорты. Вернее, все эти деньги, которые я с плортов выручу. Офигеть, 1000. Да, наверное, 2. Да нет, даже больше. 2,5. 3? Серьезно, 3000 денег с этих плортов, офигеть. Еще я подумал, может быть, посадить сюда не обычных слаймов, а ларга? За счет этого у меня будет всегда по 2 плорта. Думаю, это неплохая идея. Да, и у меня есть 3000. И мне кажется, я знаю, куда их потратить. Я же хотел себе водных слаймов, правильно? Так что покупаем. Блин, мне прям интересно, что же там внутри. Эй, здесь есть кто-нибудь? По-моему, никого. Там выход или что? Нет, показалось. Ого, тут целая пещера. Офигеть. И, а это что? Здесь можно спуститься вниз или что? Куда туда дорога, сюда дорога. Ну-ка, давайте посмотрим, что справа. Интересно, почему ты не открываешься? А, наверное, это доки или... Нет, или это не доки? Странно. Ну, по-моему, здесь должно было открываться. Так, подожди, а куда садить водных слаймов? Я не понимаю, здесь же нету ничего такого. А, пруд, точно. Значит, все-таки я могу посадить водных слаймов. Пожалуй, наберу их по дороге. Так, что у нас тут? Это телепорт? Ну, даже не знаю, зачем. И куда он ведет? Тут дорога какая-то. А, это же та дорога на... туда, где я нашел лампу. Точно. Блин, а где же находятся те большие горда, которых я хотел лопнуть? И куда этот телепорт ведет? Серьезно? Обалдеть, это самая короткая дорога к тому большому горда, которого я тогда нашел в пещере. Отлично, что ж, лишним не будет. Подожди. Так. Надо подумать. Мне надо найти огненный плорт. Огненный плорт у нас находится где-то здесь. Так, пойдемте покормим наших дорогих слаймов. Соберем с них плорты. По-моему, они прыгали голодные. Или мне показалось. И надо будет идти искать огненный плорт. Так, где же? Ребята? Нет. Пока еще ничего не взошло, так что терпите. А нет, клубничку могу посадить. Вернее, скормить. Иди сюда. Быстро подкормлю фосфорных и побегу за огненным плортом. А по дороге, может быть, соберу водных. Курки? Курки мне не нужны. Так, фосфорные же у нас едят, правильно? Да, и фосфорные это вот. Те же у нас радиоактивные. Держите, ребята. Лопайте. Так, плортосборник пускай работает сам. Тебе надо найти огненного плорта. Ну что, пойдемте, займемся этим. Теперь я знаю, как быстро туда телепортироваться. А вот и телепорт. Так. Как же пройти к огненному? Надо вспомнить. Секундочку. А здесь же я лопнул, да? Горда большого. Да, по-моему, лопнул. Точно. Его уже нету. Так, и пойдем искать огненные плорты. Где? Тихо. Так, клубничка. Фрукт. Пожалуй, соберу все это. Барахло. Телепорт. Показалось. И скормлю его. Да стой ты драться. Хватит. Так, он уже взрывается, значит, где-то здесь есть плорты. Овощи очень не пригодятся, потому что там есть скалистый слайм. Так, морковь. Друг, надо тебе что-то скормить. Ты хочешь мясо. Мясо. Вот он, огненный. Отлично. В принципе, все. Мне больше ничего не надо. Морковь, клубника. Так, а тот скалистый у нас ест, получается, овощи. Овощи. А мне овощи... Ох, вот и вар появился. Но мне овощи пока некуда ложить, кроме моркови. Поэтому я побегу, сдам плорт быстренько. И буду собирать овощи. Плорт, телеплорт. Так, ну-ка домой. Итак, у меня есть бабах плорт. И я могу сдать его по заданию. Может быть, сразу второй откроется? Там же 2 человека звонило. Ой, прости, не хотел тебя кидать. Отлично. Собираем все это барахло. Надеюсь, вы не голодны, потому что это мне все пригодится. Так, да, звонков пока нету.
Так, надо подумать. Может быть, действительно высадить... Так, доступно новое обновление. Сейчас почитаем. Может быть, действительно высадить двойных? То есть, Ларга? Не знаю. Только кого с кем скрестить? Даже не знаю, честно. Пока побаиваюсь. Ладно, пока пускай лорты висят. Лортосборники. Вы у нас довольные. Вы у нас довольные. И вы у нас довольные. Все отлично. Так, надо почитать, что это за двигатель. Реактивный двигатель. Дополнили реактивный ранец с джойстиком, который потребление энергии сокращает на 20%, а веселье удваивает. Пригодится. Так. Ну, по факту летать выше я не стал. Дольше я летать, ну, может быть, на чуть-чуть стал. Ну, не знаю. Пускай будет. Пойдем искать того радиоактивного и овощного Ларга. Точнее, Горда. Откормим их и посмотрим, что будет. Так, радиоактивный у нас, по-моему, где-то в той стороне. Прям вот совсем поблизости. Я его где-то нашел в каком-то закутке, насколько я помню. Надо по дороге собрать немножко овощей, которые здесь валяются. Если они еще валяются, то они такие прожорливые все вокруг. Грызу все подряд. И морковку, и овощи. Блин, ну все-таки это вар. Так, а где же? По-моему, мне придется пропрыгать весь остров, чтобы попасть к тому Горда. Точно, Горда. Тому города. Ладно, по дороге соберу пока фрукты. Они мне пригодятся. Кудах. Так, подожди. Ладно, прыгаем и полетели. А, я же хотел еще водных насобирать. Точно. Блин, а водных мне некуда посадить. Ладно, подождите, ребята. Я за вами еще вернусь. Это точно. Так, надо подумать. Да я долечу или нет? И есть ли смысл? По-моему, нету. Пожалуй, не буду это делать. Пропрыгаю сюда, как обычно. Все равно мне здесь к скалистому слайму. Не слайму, а этому. Ну, вы поняли, в общем. Горда, я его постоянно путаю и забываю, как его зовут. Блин, мне некуда ложить. Он где-то здесь. Аккуратно. И есть он у нас... овощи. Точно, овощи. Ну что, голодающий, держи, кушай. Надеюсь, ты скоро лопнешь. Потому что мне надоело к тебе бегать. Мне хочется открывать уже новые какие-то миры, что-то новое, а мне приходится к тебе бегать. Так, что-то здесь еще выпало, по-моему, здесь были... Тихо. Блин, опять вар. Фиг с тобой. Ладно. Ай, аккуратно не цепляйся. Мне надо найти еще овощей или фруктов. Так, фрукты пригодятся. Ай, это же злые, точно. Так, еще фрукты. Скалистые плорты. Нет, это свекла. Свекла. Ну, пускай будет. Эй, ребята, вы тут развлекаетесь, я смотрю. Блин, здесь по дороге точно будут где-то... Ты, плорты, надо выкинуть нафиг. И собрать ока-ока. Ока-ока это овощи или это фрукты? Я не помню. По-моему, это овощи. Я не знаю. Лук это точно овощ. Вон еще чуть-чуть. Пожалуй, соберу. Наверное... Ока-ока это фрукт. Ну, не знаю. Пусть будет фруктом. Так, а где у нас... О, еще морковка. На морковку некуда класть. Опять фар появился. Так, где же я тогда нашел того большого города? По-моему, здесь. Либо внизу, либо наверху. Давайте сверху проверим. Нет, сверху выход в пещеру. Все-таки он здесь, внизу. Да, вот, здесь. Эй, радиоактивный, я принес тебе еды. Так, ты у нас ешь... Овощи? Подожди. Мне казалось, ты ешь фрукты. Или... А, я перепутал тебя с фосфорным, точно. Ну ладно, лопай. Держи ока-ока. А, ока-ока ты любишь. Отлично. Так, ты меня не заражай тут радиацией. Пойду искать овощи, значит фрукты мне вообще ни к чему. Держи, жри, вар. Надеюсь, ты скоро лопнешь. И дашь мне золотые плорты. Или что-нибудь еще. Так, это у нас фрукты. Трескайте дальше. Фрукты мне не нужны, мне нужны овощи. Так, о, морковочка. Морковочка мне пригодится. А вот еще морковка. Так, не, я, пожалуй, сразу же здесь побегаю, поищу морковку всякую фигню, овощную, лопну этих города, ух. А потом уже буду возвращаться либо на базу, либо думать, чем заняться. Розовые плоты. Блин, нет, дорога туда, мне кажется, тупиком, поэтому я вернусь обратно. Ого, как я высоко летать стал, смотрите-ка. Даже до сюда долетаю. Мне кажется, теперь с этим джетпаком я далеко не могу летать. Смотрите, действительно. Ай! Это был невидимый барьер.
так, плорты мне не нужны, розовые тем более. Мне нужны овощи. Овощей я здесь не вижу. Поэтому считаю нужным вернуться туда, где они есть. То есть пока что... Да тихо ты. В грот, а из грота я побегу куда-нибудь... Так, цыпа. Цыпа мне не нужен. А из грота я побегу куда-нибудь, где есть овощи. Здрасте. Ну ладно, еще держи. Морковка. Скоро ты лопнешь. О, он уже замигал. Отлично. Значит, ему немножко осталось. Ну, начну с него, пожалуй. Докормлю его, а потом буду кормить того. Только я немножко заблудился. По-моему, мне сюда, чтобы выйти в центр, то есть в пещеру. А из пещеры я могу телепортироваться на базу. От базы уже побежать искать овощи. Гениальный план. Мне кажется, беспроигрышный. А зачем телепортироваться, в принципе? Могу отсюда выбежать и собрать овощи здесь. Ведь правильно? Здесь ведь и есть овощи, мне кажется. А, или нет? Или это... Точно, это то место, где нет овощей, блин. А, нет, морковка все-таки есть. Отлично. Ну, хоть чуть-чуть морковки соберу. Ладно, побегу в телепорт, а от телепорта уже решу, куда бежать. Заодно проведаю своих слаймов, может быть, они проголодались. Хей, привет, друзья! Вы меня давно не видели? Соскучились? По-моему, вы довольны. И сытые, и вы довольны. И, по-моему, вы довольны, да и все довольны, мне кажется. Так что собираем лорды, которые я уже успел собрать. Сдаем их по-быстрому. И бежим к тому гордо, которого нужно откормить. Мне кажется, овощей немножко наросло, но я не буду собирать свои. Потому что, да зачем? Они для моих слаймов. Пусть мои слаймы питаются. А для тех я наберу еще. Кристальный лорд. Отлично. Блин, эта ферма мне прям доставляет удовольствие. Осталось найти еще водных. Вернее, не найти, а посадить их к себе, потому что они пока больше всего дают. Хотя нет, огненные больше. Но мясных слаймов я не хочу садить, если честно. Так, там у меня ничего интересного нет пока. Ладно, пойдем искать овощи. А еще я хотел залететь кое-куда. Вот сюда. Давай, по дороге запылесосим морковку, всю, которую найдем. Блин, все-таки, пока они не сожрали всю морковку, я соберу ее. Потому что она мне пригодится. Сколько с вас плортов падает, ребята? Отдайте мне все. Я хочу все. Отлично. Огофрукты лопайте. Фосфорных слаймов лопайте. А я хочу туда. Что ж, полетели. Давай, 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 давай. Аккуратно. И здесь, по-моему, кроме ящика ничего нету. Подожди, какое-то место интересное. Так я мог сюда забраться. Капец, я просто ящик не заметил. Ой, еще один суицидальный слайм. Зачем вы это делаете, маленькие глупуши? Ладно, пойду разобью ящик, посмотрю, что там есть. Извини. Я сделал этот суицид за тебя. Да, в принципе, ничего интересного, так что держи свои пока фрукты. А я полетел искать овощи. Так, лорд. Лорд мне пригодится. О, расширитель отсека МК-3. 3-го уровня, это мне точно пригодится. Так, морковка. Нужна морковка. Где же еще морковка? Здесь должна быть морковка. Вот морковка. Блин, расширитель отсека мне точно нужен, потому что я постоянно собираю всякую фигню. Ненужную, нужную, всякую. Но нужную чаще, чем ненужную. Так, где-то здесь, по-моему, я видел овощи еще. Или нет, или мне показалось. Так, ладно, попробую пробежать дальше, поискать. Там же есть телепорт возле Миурова города. Ну, старого города, я так их называю. И меня тревожит вопрос, как открыть сокровищницы, я этого не понимаю. Потому что, блин, я не знаю, мне интересно, что это и зачем оно. А оно не открывается, я не понимаю. Может быть, кто-то знает и расскажет мне. Так, здесь у нас ничего больше нету. Ладно, телепортируемся. Я хочу себе расширитель отсека поставить. И может быть здесь морковки насобирать. Точно. Вот она. Отлично. Фрукты мне не нужны. Ты здесь откуда? Ты здесь не нужен совсем. Ну-ка, иди сюда. Серьезно, откуда здесь? Блин, Миуровый Ларго? Откуда он здесь? Он здесь абсолютно не нужен. Он здесь всех моих... Курик покушает. Так, фрукты мне не нужны. Берем только морковку. Блин, 40 моркови. Вот для этого мне и нужен расширитель. Пойду заберу его. Ведь у меня как раз уже 2000 монет, офигеть. Давно такого не было, серьезно. Вернее, ни разу даже. Я не собирал столько монет. Мне их просто не есть на что тратить, но я не знаю, я не привык столько монет собирать.
Расширитель отсека до 50 единиц. Офигеть, конечно, нужен. Всего 750. Блин, а может сразу купить водный отсек? Давай купим. Брызни. Пара капель воды уймет любого слайма на короткое время, или же растворит этих страшных варов, а еще политая растительность быстрее дает урожай. Что ж, прикольно. Пульсирующая волна. Добавь пульсирующую волну. Ну давай, добавим, не знаю. Посмотрим, что это такое. Все, я прокачал весь рюкзак. Так, пятая — это вода. Ого, мне добавилась новая. Да, точно. Мне добавился новый отсек. И моркови теперь у меня просто тьма. Так, ребятки проголодались. Так, сердце векла, морковь. Пора собирать урожай. Блин, это еще не созрело. Так, ладно, собираем пока чудо. Лук и морковку. Интересно, кто из моих слаймов ест лук? Я забыл. По-моему, кристаль... Да, кристальный, потому что больше некому его есть. Так, у вас, ребята, вроде как все хорошо, но пока вы какие-то недовольны. Ладно, держите морковку сразу. Сразу, наверное, штук столько вам отдам. Так, вы пока прыгайте там, довольны. Сердце векла. Сердце векла у нас для каменных, для скалистых. Поэтому, ребятки, держите. Теперь это ваше. Так, и кого я еще могу подкормить? Вы у нас голодные, да, по-моему, фрукты? И вы голодные, блин. А что у нас едят? Радиоактивные. По-моему, они едят вот этот вот лук. Или что это? Ока-ока. А, все-таки ока-ока — это овощи. Ладно. Клубнику я уже давал. Так, ребятки, а вы до сих пор голодные, что ли? Серьезно, я же вас кормил фосфорные. Только один голодный. Ладно, вы держите тогда морковку, потому что, ну блин, ну как иначе, вы голодные, так что кушайте. А я соберу по дороге. Капец, я столько собрал моркови, и пришлось все потратить на них. О, входящий звонок. А, Боб или Огден Ортис. Давай Боб, он какой-то смешной. Курицы, окай. Опять курицы. Так, петух и 5 курочек. Петух у нас где-то здесь тусуется, насколько я помню. Если его еще не съели. Курочка обычная. Нет, мне нужна обычная курочка. Энергетический блок МК-2 тоже пригодится. В принципе. Так, а где у нас кукарикуны? Они же где-то тусуются, мне кажется. Надо их найти. Кукарикун. Морковка пригодится. Не, кукарикуна придется искать, потому что, блин, я не знаю, честно, по-моему, я его потерял. Он у меня был на базе, но теперь его нету. Ладно, вернусь-ка я на базу. Быстро сдам это все. Уйди. Уйди. Лорды. Лорды. Так, сдам и буду искать кукарикуна и куриц. А, вот же кукарикун прямо здесь на базе стоит. Так что держи сразу курочку и иди-ка сюда. И сразу же тебя. О, заодно и плорт дам. Эй. А, это фосфорный плорт. Все, уйдите отсюда, это моя ферма. Здесь должно быть все, по-моему. Фосфорные плорты и розовые плорты. Отлично, они чуть-чуть подорожали. Ну, не намного, но чуть-чуть есть. Так, отсюда я не дотянусь, да, до воды? Ладно, пойдем пока. О, ока-ока взошло. Давай-ка сразу покормим. Кто у нас там любитель ока-ока? Радиоактивный, по-моему. И пойдем искать куреек. А что их искать? Они же здесь, недалеко. Так, надо собрать вас всех быстренько, чтобы они тихо собрались. Я вернулся после курочек и сдал плорты. Так, а курочки у меня, по-моему, в той стороне. Сколько надо? Так, надо 4 курочки еще. Иди-ка сюда. Иди-ка сюда. Ты мне мешаешься. Нет, серьезно, они такие наглые, видели? Уже здесь летают. Кура-кура-кура. Я за курочками. Привет, иди сюда. Ничего-ничего, скоро вы еще появитесь. Еще одна и четвертая. Отлично, можно возвращаться. Так, кому там надо было курочек? Тебе, по-моему. 2, 3, 4, 5. Фига, они летают. Где? О, это что за... А, это кристальный плод. Отлично. Хватит здесь летать, ты мне мешаешься. Ты здесь вообще не нужен, ты понимаешь, нет? Так, плорты, морковь, плорты, плорты. Значит, я могу собрать скалистые плорты. И могу собрать кристальные плорты сразу же. Вы только посмотрите, богатеем на глазах. Так, а с вас нечего брать? Ну и ладно, не более-то и хотелось. Зато у меня есть 40 радиоактивных плортов. Ребята, мне просто не хватает отсеков под это все счастье. 50, блин, один лишний, понимаете? Просто один лишний плорт. Вот первый раз такое, действительно.
Мне кажется, не зря я их столько много сюда посадил. Еще один твор. Мне надо подумать, кого еще сюда посадить. Водных я придумал, в принципе, посажу их сюда. Но сначала мне надо выкормить Горда. А для Горда мне надо кучу еды, то есть овощей. Так, что у нас тут? Энергетический блок МК-3. Поднимает энергию до 250. Офигенно. Блин, теперь летать очень долго могу. И, блин, вот ты меня очень напрягаешь. Очень напрягаешь, поэтому ты пойдешь со мной. Что ж, пора совершить небольшой рейд по овощам. Так, звонков у нас нету, поэтому я возвращаюсь туда. А еще я хочу попробовать 5-й отсек. Как он работает, как он действует. Все, ты свободен. Пойдемте пробежимся по дуге, найдем овощей и вернемся к нашим Горда. По дороге надо взять воды. Отдайте мне морковку. Все мое. Скалистый слайм, уйдите. Розовый слайм, уйди. Блин, а где еще овощи есть? Я вот как-то забыл, не знаю. Здесь, по-моему, нету. Так, это же у нас что? Это просто плорты. Плорты мне не нужны. Там внизу у нас еды нету. Ладно, пойду сюда поднимусь. Тут, по-моему, была еда. И побегу дальше. Так, нет, здесь фрукты, фрукты, фрукты. Здесь ничего интересного. А здесь есть вода и морковка. Отлично. Так, воду мне надо... Получается как-то... Так, вот она набирается. Теперь у меня есть 50 воды. И как она действует? Опа. И что с ним происходит? Блин, ничего, ребята. Может быть, с тобой? И ничего не происходит. Надо поймать вара. Надо, вернее, найти вара, чтобы попробовать на него бабахнуть. Так, у нас здесь водные ребята. А водных ребят я хочу с собой забрать. Где? Так, ты со мной идешь? Еще один со мной идешь? И... Больше нет у вас, что ли? Всего трое? Ну ладно. А нет, вот четвертый. И пятый. Отлично. Еще 5, и у меня будет полный набор слаймов. Неплохо. Набираем морковки сразу. И пойдем искать дальше овощи. Как же долго я теперь буду летать могу? Посмотрите, просто летаю, летаю. Так, сердце вёркло. Скалистый плод, уйди. Так, здесь скоро вар появится, мне кажется. Еще сердцевёкла. А сердцевёкла у нас любит вот этот парень, который сидит здесь, сбоку. Поэтому я пойду к нему. По-моему, он тоже скоро лопнет. Так, держи, 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 держи. Блин, по-моему, он даже не собирается. А, нет, есть. Есть. Я, походу, лопну и того, и того. Отлично. Отдай морковку, отдай. Так. Это у нас скалистые. Подожди. Сундук на место. Так, вы мне нужны, чтобы вас нафиг... Подожди. Где я? Ладно. Вас надо просто выкинуть отсюда, чтобы вы не мешались. Отлично. Скалистые слаймы полетели. Отдыхайте. Сегодня выходной. А теперь мы будем ломать и смотреть, что у нас внутри. Курица полетела. Клубничка полетела. Что у нас еще? Еще 2 сундука. Куркурыч. Лети, Куркурыч. Фокофрукт, лети. Ты мне тоже не нужен. И вы тоже мне не нужны. Так, кукарикун. Кукарикун полетел. Фосфорный полетел. А курица где? Или мне показалось, что она была? А, она полетела за кукарикуном. Ты не спасешь его? Нет! Ты должна была жить. Так, ты... куда же мне привело это место? Давайте посмотрим на карту. Так, это я у нас... А, это еще один остров. То есть у нас есть телепорт, получается, отсюда на этот остров. Отсюда на базу. Отсюда тоже, получается, на базу. И вот здесь сбоку на этот остров. Блин, он не такой уж и большой, можно поизучать его прямо здесь. А еще у нас есть вот этот вот город, который тоже скоро лопнет. И что-то из него появится. Надо будет посмотреть, что... Так, здесь у нас ничего пока нету. Вода, вода, вода. Камни, лава. Тут, наверное, лавовые все огненные города. Какие города эти слаймы? Так, а здесь горячо? Нет, смотри-ка, цветы растут. Обалдеть. Даже не жарко, не горячо. Прикольно. Так, а куда мне интереснее пойти? Сюда, в пещеры? Или снаружи? Пожалуй, пойду снаружи. О, там что-то есть наверху, по-моему. Давай, 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 давай. Да, точно, есть сундук. Курочки. Не знаю, зачем. Ладно, тут, по-моему, должен быть какой-то большой гордо, если я не ошибаюсь. Потому что на том острове тоже был гордо. Только я не помню, что из него вышло.
Ай-яй, осторожно. Тут пещера. А в пещере ничего пока нету интересного. Только курехи, курехи и курехи. Так, осталось еще вот там вот место пройти. Вот здесь. Здесь пока камни. Камни, камни, камни. Может быть, наверху что-то есть интересное. Вон он вон сидит. Тот самый Гордо, видимо. Так, а внизу у нас что? Непонятно. Не видно отсюда. Ладно, пролетим сюда. Так, у нас тут кристальный Гордо, который тоже кушает овощи. Надо запомнить, что он здесь есть. Ладно, к нему я вернусь позже. Для начала открою еще одного Гордо, который у меня остался. Радиоактивный. Так, что у нас за алтарь тут? Интересно. Потому что я помню, там тоже алтарь был на том острове. Ну и все, по-моему, здесь больше ничего интересного, кроме вот того места. Что это за место? Давайте-ка посмотрим. А, здесь еще одна сокровищница, которая не открывается почему-то. Или я не знаю, чем их открыть. Ну ладно, разберемся. Так, пора вернуться на базу. Куркура, уйди. Или нет, подождите, я же куда-то шел. Да, я шел кормить моих Гордо, которые мне остались. Поэтому я пойду добегу до того радиоактивного, попробую ему скормить морковь и ока-ока. Может быть, ему хватит. А если не хватит, то по дороге сейчас буду искать еще овощей. А потом вернусь к этому Гордо. Господи, сколько здесь Гордо. Повсюду эти Гордо, Гордо, Гордо. Даже не знаю, чем заняться после этого. Ну, в последней серии я только делаю, что откармливаю Гордо. Сердце веку мне пригодится. Так, и Гордо у нас где-то здесь. Внизу. Сейчас по пути найду. Да, вот он здесь. По пути найду овощей. Не, но кого-то уже не лезет, да? Или не лезет? Нормально. Может быть, где-то здесь еще есть? Нет, нету. Пока они здесь не поели, все. Вот еще у кого-то. Отлично. Вот еще сердце. Вёкла, ну почему ты упал? А, у меня не хватает очков движения. Ладно, полетели к тому радиоактивному. Блин, может быть вар появится? Да хотя, ладно, потом попробую. Привет, Кура. Ну что, ты любишь у нас ока-ока? Блин, как он много вокруг. О, все, хватило, отлично. Так, радиоактивный, радиоактивный, радиоактивный. Ключик. Отлично, вот что с них падает. Ключики. Что у нас тут? Здесь у нас мюровый и сердцевекла с морковкой. А здесь у нас что? Давай посмотрим. И у нас опять сердцевекла и лук. Ну ладно, пускай пока так. Пожалуй, вернусь на базу, посажу вот туда. О, вот и вар, можно попробовать. Все, отлично. Так вот, как можно с вами бороться теперь. Ха-ха, я вас не боюсь. Я вас никого не боюсь. Держи, держи. Сердечный блок номер 2. Лишним не будет. Надо будет поставить. Буду больше жить. Ну, даже не знаю. Мне, в принципе, не напрягаюсь вообще ни капли. Да, наверное, надо вернуться на базу. Не знаю, почему я этой дорогой иду. А, вот и морковка по дороге. Соберу, наверное, овощей как раз. Посажу водных слаймов. И вернусь обратно. Кормить того Гордо. Последнего в этой серии. Так, лужа слайм. Надо подумать, куда его посадить. Вы не голодные, ребята? По-моему, нет. Все сытые, кроме парочки фосфорных. Они у нас спят. Вы у нас сытые, вы у нас сытые. Ладно, покормлю вас в следующий раз. Так, у меня расширитель отсека. А, нет, сердечный блок до 200 увеличивает. Пускай будет. И пойдем посадим лужа слайм. Блин. Блин, блин, блин. Интересно. Тора Вест, либо Виктор Хамфрис. Тора Вест. С меня причитается, если сможешь найти эти вещи. Кукарикун и два фосфорных плорта. Кукарикун. Вот кукарикуна я даже не знаю, где брать. Я уже скормил одного недавно. Может быть, где-то в гроте? Нет, в гроте точно не будет. Ну, то есть в другом месте, в том, что у нас там, не помню. Ладно, давайте посадим пруд. И посадим туда... Ух ты, какой прикольный. И посадим туда лужа слаймов. Вы, надеюсь, не будете выпрыгивать? Ура, ура. Блин, он выпрыгнул. Ребятки, вы же не сможете... Без воды. Точно? Как слизняк. Вам надо купаться. Ур-ур. Так, отлично. 5 слаймов есть. А, подожди. А вам ничего нельзя поставить? Ни заграждения, ничего? Вам ничего не нужно? Что вы едите? И представьте себе, они едят в воду. То есть им ничего не надо? Отлично просто. Блин, вообще непривередливые слаймы на самом-то деле. Ладно, буду бегать, пока не найду кукарикуна. А сейчас пока вернусь к тому большому Гордо, который тусит на острове. Так, а как к нему пройти? Я забыл. А, телепорт, по-моему,
Там, где... Да, все вспомнил. Пойду-ка я прогуляюсь до острова. Может быть, по дороге найду овощей еще. Ну-ка. Вон. Вижу. Тянусь. Есть. Поймал. Вот и морковка. Отлично. Блин, я не помню, я его даже, по-моему, не подкормил ни разу. Он будет прожорливый. Так, водных здесь нету. А как они размножаются, я не знаю. Они просто появляются и все. О, кукарикун. Отлично. Уйди, курица. Мне нужен кукарикун. Кукарикун и овощи. А овощей нету. Так, у нас телепорт находится вот тут. Давай. И надо найти морковка. Отлично. Надо вспомнить, где сидит этот большой гордо. Блин, вот в этих пещерах просто куча моркови. Просто тьма. Можно его открыть только так. Не зря я поставил расширитель отсека. Он мне пригодился. Так, а здесь я не был в этой стороне. Давайте посмотрим. Может быть, что-то интересное увижу. И моркови, походу, я набрал полный. Да, забил морковью весь отсек. Так, а мне надо фосфорные. Точно, форты фосфорные нужны. Жалко, что нельзя эти огненные цветы подобрать. Вот эти вот прикольные, красивые. Так, ну что, пойдем тебя откармливать. У меня достаточно много еды для тебя. Так, кукарикун, живи пока. Так, здесь никого. О, еще морковь. Блин, морковь мне уже никуда не лезет. Надо быстренько скормить ее и собрать еще. Ну, держись. Надеюсь, ты не лопнешь. Хотя наоборот, скорее бы ты лопнул уже. Ну, смотрите-ка, морковки действительно хватило. Ровно 50 штук. Отлично. А, куда вы? Золотой. Где он? Все, он пропал. Видели? Ну, я успел скормить его. Там золото. Жужжащий воск. Что это? А это что такое? Подожди, курица. Это что-то желеобразный камень. Что это? Я не понимаю. Ладно. Подожди, у меня тут есть... Держите, свеклу свою. Золотой плод! Офигеть! Так, ребята, у меня какие-то новые вещи. Золотой слайм. Блин. Я растерян. Ладно, надо быстрее возвращаться домой. Блин, а домой мне достаточно далековато. Ладно, больше мне собирать овощей не надо. Я лупнул все рекорды на районе, поэтому я могу просто бегать и изучать местность. Что я, в принципе, и хотел делать. Так, начну я, наверное, с золотого плорта, я не знаю. Он дает целых 453 деньги. Просто я не знаю, я пока еще не знаю, куда их тратить, поэтому... Ух, сколько у меня денег сразу добавилось. Что за желеобразные камни, я не понимаю. Так, два фосфорных плорта. Ребята, я знаю, чем вас накормить. Так, сердцевеклу тоже сразу соберем. Покормим, ребят. Кто не голодный, наверное. Еще почитать надо за желеобразные камни. Что это такое? Жужжащий воск какой-то. Что это за вещи, я не понимаю. Что-то новенькое для меня. Так, ребятки, мне надо два плорта с вас быстренько. Оп, все, мне этого хватит пока. Держите. И куча всякой фигни опять. Бабах порт. Легкий New Bucks. Новое достижение. Так, а кто у нас любит фрукты? Я помню, кто-то любит фрукты. Так, фрукты у нас ест этот овощи, этот фрукты, этот овощи и этот овощи. Значит, вы любите фрукты. Ну, фруктов дофига выпало на самом деле. Морковка. Так, это у нас что? Это у нас чудной лук. Чудной лук у нас едят кристальные, а око-око едят радиоактивные. Так что, морковка вам, ребята. Ну, потому что вам луком мало будет, на самом деле. Поэтому бахплорты скину сразу, потому что, блин, всего два бахплорта. Зачем они мне? Они мне только отсек занимают. Скормлю-ка фруктики сразу. Ну, или накидаю им пока. Пускай едят в будущем. Блин, нифига она дала фруктов. Держите фрукты сразу. Куча фруктов. Так, еще у меня остался око-око и чудной лук. Чудной лук для кристальных, а око-око для радиоактивных. Надо запомнить, запомнить никак не могу. Отлично, чудной лук для кристальных. Держите. Так, а вы-то сытые все? По-моему, они злые. Блин, им овощей не хватает, ребята. Око-око для вас. Потому что вы тоже какие-то уже не сытые, да, недовольные ребята. Так, а что за желеобразный камень и жужжащий воск? Надо почитать. Слайм, золотой слайм. Эксклюзив. То есть по факту я не могу его поймать. Как и благоденственного слайма, которого я увидел во второй серии. Ну ладно. Жужжащий воск.
Материал слайма науки, не еда для слаймов. И что он дает? Ввести в перерабатывающий завод, где его можно использовать для производства устройств науки. Интересно. Ты тоже инструмент для слайма? Я не знаю просто, я пока этого не понимаю. То есть этого у меня нету, я это не понимаю. Так, иди-ка сюда. Я знаю, кому тебя скормить. Наверное, надо поставить склад. То есть, вот эту вот фигню все скидывать куда-то. Потому что она занимает место, поэтому я пойду поставлю сразу склад. Куда-нибудь вот сюда, наверное. Склад это у нас силос, пускай будет. И как им пользоваться? Силос? Дополнительное хранилище. В силосе может быть до 4 отсеков для хранения плортов и ресурсов. Конечно, надо. А, то есть тебя сюда закидывать и... Я не понял. В смысле? То есть... А, надо купить со всех 4 сторон. Я понял. Ну, пускай пока будут здесь. Ну, потому что я не знаю, куда их деть. Но они нужны, видимо, в будущем. Пускай будут. Так, пойду-ка я денежек насобираю. У меня теперь их куча. Где же? Плорты. Нажму-ка еще раз. На все плортосборники. И пойду собирать, на всякий случай. Так, 27. Здесь у нас 35. Отлично. Блин, вон еще один же лежит. Почему ты сразу не собрал? И здесь у нас 47. Какие вы прожорливые, какие вы щедрые на плорты, ребята. А здесь у нас всего 32 кристалла. Почему вы так мало даете, ребята? Очень мало. Больше надо... Что происходит? Больше плортов. Подожди, там же еще валяется. Вот. Почему я не могу собрать? Вот, собрал. Ладно, пойду сдам. Мне кажется, я вот кое-что не сделал. То есть вот... Да, я не купил вот эту всю ерунду, которую можно купить на траву. Поэтому 2840, и смотрим, сколько у меня будет потом. Достижение зажиточный фермер. Кстати, я не читал достижения последние. Властелин плорта достижение. Отлично, целых 2 достижения за один плортовый заезд. 6700, целых 6700, ребята. Представляете, сколько я уже начал получать? Так, властелин плорта, продать 1000 плортов. Зажиточный фермер заработать 25 тысяч и более ньюбаксов. Легкий ньюбакс заработать 5000 ньюбаксов за один день. Ну и в принципе вроде все. Поэтому пойду улучшу свою ферму. Точнее не ферму, а огород. Чернозем дает максимальный урожай, пускай будет. Поливное устройство пускай тоже будет. Как оно выглядит? Прикольно. Так, а это что, удобрения такие прикольные? Ладно. И слайм пугало, ну... Да, наверное, пускай, потому что заходы же всякие здесь. Ха, прикольное. И ставим это все везде. Чернозем, поливное и слайм пугало. Пускай будет. Блин, реально на вар похож. На, держи. Смотри, его можно бить. Прикол. Ладно, пойду сразу улучшу те еще 2 огорода. Так, отлично. И у меня осталось всего 1600. Может быть, что-то здесь осталось? Нет, я все улучшил. Так, остались какие-то улучшалки здесь, насколько я помню. И я могу открыть еще какую-то локацию за 5000, по-моему. По-моему, это доки, если я не ошибаюсь. Ну, надо будет сейчас побегать и собрать плортов. Так, еще у меня есть 2 ключа. И я могу, в принципе, куда-нибудь дальше начать двигаться. Наверное, я пойду в ту пещеру, которую нашел. Или нет, я, наверное, пойду к варам, которых я нашел здесь. Возле Мюрового города большого. А выход туда у нас, по-моему, где-то слева был, я не помню. По-моему, здесь где-то. Блин, нет. По-моему, нет. А может быть, вот он там выход как раз и есть. Давайте-ка посмотрим. Смотри, он долетает. Я его кинул полчаса назад, а он до сих пор летит. Так, сколько здесь стоит? 5000. Да, доки можно за 5000 купить. Зачем они нужны, не знаю. Да, вот он, телепорт туда, куда я хотел. Вот эту местность я еще не изучал, поэтому стартуем. Так, здесь злые. Злые, наверное, потому что голодные. Кушайте больше, ребятки. Так, здесь я не изучал, поэтому здесь наверняка найдутся какие-нибудь новые слаймы. Ладно. Могу туда пролететь. А могу не пролетать. Там ключик. Так, а что у нас здесь? Не понял. И куда эта дорога ведет? Смотри-ка, там что-то есть. Наверное, туда можно пролететь. Но я не буду пока рисковать.
Ладно, пойду-ка я туда, куда ключ ведет. То есть, куда я могу ключик поставить. Открою, а дальше будет видно. И там дорога есть еще одна, потому что я помню, там пещера была. Ладно, открываем. Так, пока у нас все ровень по ту сторону. Мшистый покров. Интересно, что это значит? Ну-ка, давай посмотрим. Слаймопедия. Мир. Мшистый покров. Так, здесь какие-то медовые слаймы есть. Интересно. Достижение по ту сторону. Найти мшистый покров. Отлично. Я заработал одно достижение. Лишним не будет. Так, интересно. Здесь, в принципе, симпатично. Уютно даже. Ой, подожди, я не хочу пока туда. Или я пока сюда прыгнуть? Так, могу. Как подумать? А, вот еще одно место есть. Смотри-ка. Я же говорю, я его видел оттуда. Вот оттуда. Так, здесь у нас сокровищница. Надо что-то с ними сделать. И там у нас какой-то... Нет, это огненный обычный. Блин, мне срочно надо карту, потому что я нифига не понимаю, где я. Так, а прыгать туда я пока не хочу. Не знаю. Ну ладно, пойду туда, куда ведут. Пускай. Обратной дороги нету, да? Так, курочки, миуровые. Ну, миуровые, в принципе, ничем меня не удивили. Обычные себе миуровые слаймы. О, водный. Вот не знаю, водных набирать или нет. Ладно, давай соберем чуть-чуть, пускай будут. И, блин, ребят, я не знаю, куда идти, потому что я не понимаю. Здесь, ну, блин, карта нужна. Где у нас карта? Где же карта в этом районе, интересно? Какие-то грибочки, опа. Нет, тут ничего интересного. Курочки. Курочки мне не нужны. Так, это у нас просто дорога. И где же тут пещера? Наверное, где-то здесь, потому что... Блин, какие-то запутанные катакомбы. Ой, прости, слаймик. Так, еще один ключик. Подожди. Я просто не понимаю, где я, с какой стороны. Вот здесь должна быть пещера, насколько я помню. Ну, если вот судить по карте, я вот здесь вот где-то нашел ее. Может быть, она в соседнюю локацию, конечно, но... Ладно, полетели открывать дверь. Посмотрим, что у нас там. Открываем. Сим-сим, откройся. Ух ты. Ух ты, какие деревья прикольные. Смотри, они прозрачные. Ого. Ого. Что это за место такое интересное? Даже по карте его нету. Подожди. То есть... я как бы в ту локацию шел. Почему меня перевели в эту локацию? Ладно. Ух ты. Это у нас что, розовый? Слайм какой-то. Там какой-то большой довольный слайм. Что это за место такое интересное? Еще кто-то? Смотрите, розовый есть какой-то, горит он прям. То есть... ну ладно, пока непонятно. Так, хорошо. Что у нас еще есть? Зеленый слайм. Ключик. Да у меня ключей-то больше нету. Так, это у нас... Ну да, это, наверное, в ту пещеру, из которой я находил выход... В которую находил вход, вернее. И что же здесь такое? Я не понимаю просто. Ладно, давай посмотрим поближе. Так, тебе никак не пробраться. Что дает... Я не знаю. Что дает розовый слайм? Ну, вот это розовое мигание, почему он горит? Может быть, это количество проданных мной плортов? Не знаю. Ладно, пока это непонятно. Пойду-ка еще раз прогуляюсь по той локации, может быть, я что-то упустил. И я не знаю, буду думать, разбираться, что это может быть. Так, а здесь я не могу куда-то пробраться, смотри-ка. Здесь, в принципе, меня привели только в одну сторону, потому что... Ну да, только с одной стороны я мог зайти и выйти. И так и не увидел пока новых никаких ни слаймов, ничего. Пожалуй, возьму себе для коллекции. Больше ничего интересного. Ну, на самом деле, я вот сейчас потратил просто слайм, ну, ни о чем. Не слайм, вернее, а ключ. Ну, на самом деле, что я получил? Ну, ничего. Ну, ладно, смотри, огненный миуровый слайм, прикольно. Так, я могу выйти вон в ту сторону. А, вот, смотри-ка, еще один проход есть. Нет, отсюда я пришел. И туда я вышел. То есть я могу еще сюда пойти. А, вот, наверное, дорога в эту сторону. А я заблудился. Ладно, погуляем. Может быть, здесь найду каких-то гордо и, ну, откормлю их. Посмотрим, что из этого выйдет.
Так, тут у нас ничего интересного. Блин, а где здесь карта? Эй, гриб! Где карта, гриб? Нету ничего. Ух ты. Какое загадочное место. Целый лес сваленных деревьев. Это что у нас? Миуровый плорт? Вокруг везде миуровые. Это что такое? Клубок? О, игрушка! Обалдеть! Игрушка мне нужна. Так, с игрушкой я пока побегаю. Так, а где карта, телепорт? Я не знаю. Лишь как-то надо вернуться. Ребята, мне нужно домой. И я, конечно, понимаю, что это все прикольно, весело, но я хочу домой. Здесь нет дороги, здесь... Блин, я заблудился, ребят, честно. Я не понимаю, куда идти. Вот и карта, наконец-то. Я положу тебя сюда аккуратно и активирую карту. О, какая она большая. Так, ладно. Ого, действительно большая. Это телепорт домой. Но домой с игрушкой я не попаду, получается. То есть домой мне надо нести эту игрушку полностью. Капец, ребята. Ладно, этим я сейчас и займусь. Но, похоже, на этом я и закончу серию. Ну, попрощаюсь я, наверное, с вами уже на базе, если ничего интересного не произойдет. Опа! Привет, золотой! Блин, мне нечем тебя накормить, друг! Лови! Ай, он не ест лорты. Капец, все-таки интересное произошло. Но я ничего не смог с ним сделать, блин. Мне просто нечем его было накормить. Ну ладно. Это обидно на самом деле, друзья. Золотые не так часто встречаются. Кстати, я научился сокращать. Ну, у меня теперь есть большой резервуар под энергию, поэтому я могу долго летать. Так что на заметку можно пролетать очень большие расстояния, просто мимо основной дороги. Ого, нифига себе урожай. Он реально работает. Так, а кому я принес эту игрушку? Мне некому с ней играть. Держите вы хотя бы. Я не знаю, пускай играют с ней. Ой, не знаю, ладно. Пойду быстро сдам плорты и посажу лужу слайма на место. А потом покормлю всех, кто голодный. Так, лужа, слайм, держись. Блин, ну почему ты выпрыгнул? И когда вы давать плорты начнете, ребята? А теперь пойдем кормить остальных. Блин, как быстро всходит. Ты смотри, аж выпрыгивают, елки-палки. Давай быстрее собирать. Так, лук у нас едят. Кто у нас ест лук? Лук у нас ест кристаллический слайм. Так, и еще у нас есть свекла и кубическая клубника. Сразу соберем и сразу покормим, потому что, насколько я помню, они были голодные. Очень много голодных слаймов. Может быть, у меня хватит сейчас денег на доки, но смотреть локацию с доками я буду уже в следующей серии. Ну а око-око пока не взошло, поэтому будем кормить тем, что есть. Клубничка, друзья, ловите. Сердце вёкла, это вам. Так, вы у нас не едите ни чудную. Ничего такого, так что вы будете есть морковку. Держите, ребятки. Какие же они голодные, может, все-таки око-око уже созрело? Нет, пока нет. Так, у нас там висит какое-то задание, пожалуй, я его возьму перед выходом. Кто у нас есть? Боб, я не хочу с Бобом связываться. Он хочет куриц, а куриц мне лень искать. Прости? Что это? Это око-око? Или что это? Блин, я реально не успел прочитать. Это не похоже на око-око, а это Погафлот, что ли? 6 штучек. Ладно, ребята, на этом все на сегодня. Подпишись, если хочешь узнать, чем все закончится. И поддержи меня лайком. Всем пока и до скорого!